Здравствуйте, в эфире новости на телеканале 77 ТВ, студии Ядана Самат. Начали выпуск, коротко о главном. В честь 1270-летия Атлахской битвы в Таразе состоялась международная конференция на тему «Приход ислама в казахскую степь». По результатам проведенного анализа в областном управлении координации занятости и социальных программ и в его подведомственных подразделениях «Антикором» выявлен ряд коррупционных рисков. В Жамбылском районе при поддержке Акимата прошел областной айтыс акынов на тему «Единство народа». В честь 1270-летия Атлахской битвы состоялась международная конференция на тему «Приход ислама в казахскую степь». На встрече собравших главных муфтиев страны, ученых, имамов, профессоров, религиоведов председательствовал глава региона. Подробнее в материале. Сегодня аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев встретился с председателем Духовного управления мусульман Казахстана, верховным муфтием Наурызбаем Хажы Таганулы. На встрече речь шла о вопросах, возникающих в религиозной сфере, а также о ее пропаганде среди молодежи. Тараз можно считать культовым центром ислама в Казахстане. В этом году исполняется 1270 лет со дня Атлахской битвы. В международной конференции на тему «Приход ислама в казахскую степь», состоявшейся в преддверии 30-летия независимости страны и 750-летия Золотой Орды, приняли участие верховные муфти, религиозные деятели, доктора, профессора мировых и отечественных учебных заведений, общественные деятели, ученые-академики, священнослужители стран Центральной Азии. В начале встречи глава региона остановился на ученых и просветителях Жамбылского региона, внесших вклад в популяризацию ислама, а также подчеркнул важность дороги, проложенной суфийцами. В истории нашей нации, нашего государства, Авлетинская земля занимает особое место. А 1270-летие Атлахской битвы на этой земле свидетельствуют исторические данные. Сначала вниманию участников были представлены видеоролики о причинах и последствиях Атлахской битвы, распространении и развитии ислама. Главные муфти страны Наурызбай Хажы Таганулы, специально приглашенный на конференцию международного уровня, ответил на основные вопросы и рассказал о цели конференции. Из Тараза, города с глубокой историей, вышли великие ученые. Ученые, которые показали нас миру. Ученые, религиоведы знают о значимости Тараза в истории. Конференция была организована с целью показать историческую важность этого вопроса. В ходе конференции на онлайн-связь вышел верховный муфтий Узбекистана Усманхан Алимов. Узбекистан, как и мы, является светским государством. В этом направлении схожа и их политика в религиозной сфере. В свою очередь он отметил, что одним из факторов укрепления Содружество братских государств является религия, и выразил желание укрепить дружеские связи между двумя странами. В завершении встречи профессора, доктора мировых и отечественных учебных заведений, религиоведы, ученые выработали общие рекомендации по решению проблем в религиозной сфере страны. Кулеш Умурзакова, Султан Жарабай, 77 News.